Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова уже как-то обращала внимание руководителей региональных органов управления здравоохранения на то, что не надо выезжать лечиться за пределы региона, а тем более за границу. И эта позиция министра нормальная. Если уж сам министр здравоохранения субъекта федерации предпочитает лечиться за границей, значит, это прямой сигнал населению региона. Министр региональному здравоохранению не доверяет. Я думаю, что данная позиция правильная и нормальная. Но министр здравоохранения Оренбургской области решила пойти вразрез с рекомендациями министра здравоохранения Российской Федерации. И посчитала, что лечение за границей все-таки даст больше качественные характеристики, чем лечение в родном Оренбурге, из-за того, что реабилитация за границей идет гораздо быстрее. С обыденной точки зрения это нормальный подход. Но с точки зрения позиции государственного чиновника подобные действия, на мой взгляд, неправильные. Они говорят о том, что региональный чиновник не доверяет здравоохранению. И ему есть над чем работать. Нужно заниматься тем, чтобы в Оренбургской области реабилитация с подобными заболеваниями, как у министра, была действительно 50 дней, а не 4-6 месяцев. Соответственно, есть над чем министру здравоохранения Оренбургской области работать. Я бы порекомендовал губернатору Оренбургской области предложить Тамаре Семельниченко подать в отставку по одной простой причине. Если региональный министр здравоохранения не доверяет региональному здравоохранению, то он в принципе не должен и не может им руководить. Все справедливо.